Я родился. Накорми Лунтика и Шера кашей. Нажимай пальцем на пустую тарелку, чтобы подложить каши. Капочка улетела до самого вечера к сестрам, так что к чаю у нас ничего нет. Деда, а давай испечем к чаю пирог. А почему бы и нет? Неси кулинарную книгу, внучек. Помоги Лунтику выбрать пирог. Сверху показаны продукты, которые есть у Лунтика, а внизу, которые нужны для приготовления пирога. Найди пирог, для которого у Лунтика есть все продукты. Деда, давай такое испечем. Решено, так тому и быть. Где-то тут у Капочки была кладовочка. Ух ты, сколько вкусностей. Так, что у нас тут по плану? Помоги Лунтику отыскать нужные продукты. Найди на картинке предмет, который называет Лунтик, и нажми на него пальцем. Черника. Мука. Клубника. Кружка с клюквой. Орешки. Соль. Сахар. Мука, сахар, орехи. Отлично. Ну-ка, подержи лестницу, пока деда будет доставать масло. Помоги Лунтику удержать лестницу. Наклоняя планшет влево и вправо, выравнивай лестницу, чтобы генерал Шер не упал. Какие мы молодцы! Да! Ну, что, продолжим? Помоги Лунтику наколоть орешков. Чтобы расколоть орех, нажми на него пальцем. А чтобы орешки выкатывались на видное место, наклоняй планшет. Bye.
все орешки расколоты. А давай насыпем дрожжей побольше, чтобы сделать самый высокий пирог. А, какой молодец! Усыпай все. Сложи в бочку все нужные продукты. Чтобы сделать это, нажми на предмет пальцем и перетащи его в бочку. Готово, а теперь срочно в печь. Деда, все тесто не поместится. Ничего, мы затолкаем сколько сможем. Помоги бабе Капе долететь домой. Наклоняя планшет, помоги бабе Капе облетать камыши и кусты. Отлично! Молодец! Что случилось? Мы хотели испечь самый большой пирог в мире. Представляешь, еще чуть-чуть, и все бы зарумянилось. Очисти кухню от теста. Чтобы убрать кусок теста, потри его пальцем. Вот, у нас снова чисто. Вот и пирог готов. Помоги Лунтику украсить пирог. Чтобы поставить ягодку на нужное место, просто нажми на нее пальцем и перетащи. Вот так. Правильно. Хорошо. Хорошо. У тебя получается. Отлично.
Правильно. Верно. Ага. Правильно. Отлично. Класс. Замечательно. Молодец. Вот так. Правильно. У тебя получается. Вот так. Правильно. Хорошо. Отлично. Вот так. Хорошо. Правильно. Ага. Замечательно. Ух ты! Какой большой и красивый. Вкусный, наверное.